Всем доброго времени суток. Меня зовут Анна Михайловна Мельникова. Я являюсь соавтором методики «Шаги к чтению» и консультантом проекта. Возможно, вы удивитесь, но общий педагогический стаж нашей семьи составляет около... Та-дам! 100 лет. За это время наша семья решила совершенно разнообразные проблемы, с которыми сталкивались дети и, конечно же, их родители. Наш первый онлайн-проект мы решили посвятить обучению детей чтению, так как это является основой, базой многих других знаний, которые дети получают в школьном обучении. В настоящий момент существует множество разнообразных методик по обучению чтению на просторах интернета и, возможно, в ваших городах, в каких-то развивающих центрах. Но скажем, что некоторые из них наносят больше вреда, чем пользы. Например, одно из таких направлений – это обучение детей глобальному чтению, которое впоследствии очень отрицательно сказывается на обучении детей письму. Так как ребенок не овладевает звукобуквенным анализом слова, ребенок пропускает буквы, читает, но не слышит гласные. Также существует большая проблема в том, что родители порой сами допускают ошибки при обучении детей чтению. Первая основная ошибка – то, что ребенка обучают алфавитному произношению букв. Например, Н, Б, В, когда нужно говорить Н, Б, В. В результате ребенок читает слово «луна» как Л, У, Н, А. Для переучивания в школе затрачивается очень долгое время. Вторая большая ошибка – это механическое чтение, когда ребенок читает слово, но не понимает его смысла, так как он концентрируется на соединении букв в слоги, а слоги в слова. Главный принцип нашей же методики – за 8 занятий на практике родителям показать правильные шаги обучения детей чтению. В результате курса ваш ребенок научится читать слоги, читать простые слова, простые предложения, дифференцировать гласные, согласные, звонкие, глухие. Получит основные навыки звукобуквенного анализа слова. Научится определять место звука в слове, что очень хорошо влияет на обучение детей письму. Научится моделировать и составлять предложения. Методика приближена к школьному обучению, и вашего ребенка совершенно не придется переучивать. Мы работаем на результат. Уже на втором занятии ваш ребенок сможет читать короткие слова типа «лапа», «луна», «рома», «маша», «коза» и тому подобное. Записывайтесь прямо сейчас на наше пробное занятие, и уже через 2-3 занятия ваш малыш покажет вам результаты осознанного чтения. До встречи, ваши эксперты по чтению!